Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в новом 23-м году мы все же вместе, и мы продолжаем анализировать все, что происходит. Руслан Бортник со мной прямо сейчас, известный украинский политический технолог и политический эксперт. Здравствуйте, Руслан. Да, здравствуйте, Александр. Спасибо большое за представление, но я думаю, что в наших реалиях уже эту градацию делать проще намного, не надо и думать о том, кто человек, он там политолог, политтехнолог, политический эксперт, политический комментатор, все эти градации в прошлом, можем сегодня делать абсолютно другую градацию, человек пытается мыслить или не пытается мыслить, человек независимый или человек зависимый, как бы, война все это очень упростила и как, стала, как, знаете, такой лакмусовой бумажкой для всех и вся. Ну да, вот так, в принципе, и входим с этой новой градацией в новый 23-й год. И множество есть, скажем так, вариантов развития нашей вот первой в этом году встречи. Но предлагаю начать с таких двух очень интересных публикаций New York Times. Первое – это вот анализ того, вот, каким предстал Путин в новогоднюю ночь. Вот этому уделяют сегодня на четвертый день Нового года внимание в западной прессе. А вторая тоже очень интересная и, наверное, еще более актуальная – это стоимость. Вот стоимость ракет и стоимость шахедов. Ночные обстрелы, которые очень сложно как бы даются мобильным группам, зенитчикам, и поэтому приходится выпускать ракету за 120 тысяч долларов, чтобы сбить шахед, на там, в запуск которого условные 20 тысяч долларов нужно потратить. А ведь и получается, что, ну, такой чисто математический расчет Российской Федерации. Как вы его оцениваете? Ну, абсолютно точно. Россия пытается вести максимально дешевую войну. Я уже как-то это сказал, потом смотрю, российские медиа пытаются это понести. Это как вроде бы то, что Россия пытается вести войну на минималках. Нет, это не так. Россия пытается вести войну на максималках, но максимально дешевую войну. То есть максимально дешевую войну вести. Что это означает? Россия считает, что, и возможно и партнеры России считают, более высокие южные партнеры России считают, что дорогая война для Запада, если изначально она вела к сдуванию глобального финансового пузыря через перенаправление средств с рынком акций, с рынка криптовалют, смотрите, как это все упало, где-то на 5 триллионов долларов за год упали криптовалюты и рынок акций в западных странах. Эти деньги ушли в значительной мере или были заморожены повышением ставки ФРС, или они ушли в ВПК, в реальный сектор экономики. То в стратегическом плане, в длительном времени, дорогая война для западных партнеров будет требовать от них дополнительных средств, вливания средств, нового этапа количественного смягчения, грубо говоря, печатания новых денег. Печатание новых денег приведет к усиленной инфляции доллара и связанных с ним валют. Это и фунт, и евро, и японская иена, все связаны с долларом. И в конечном итоге их быстрая инфляция и потеря их покупательской способности приведет к усилению процессов формирования новых глобальных резервных валют. Например, нефтяного юаня или валюты на базе БРИКС, новой цифровой валюты объединенной. Поэтому Россия пытается вести войну максимально дешевую, причем пытается увеличить как можно больше, увеличить стоимость войны для Запада, вынуждать его экспортировать в Украину новые массивы денег. В прошлом году Украина получила около 40 миллиардов долларов только прямой финансовой помощи, не считая материальной помощи. В этом году, в силу того, что вот эти шахеды, вот эта история с ударами по инфраструктуре продолжается, сумма будет намного больше. По самым скромным оценкам, нужно не как минимум 60 миллиардов долларов только прямой финансовой помощи. Видите, как Европа пытается, не Европа, те деньги, которые дает Европа, она сама берет в кредит. Обратите внимание, она выходит на рынки, размещает какие-то облигации, берет в кредит финансовый и под свои гарантии выдает Украине. То же самое делают США.
И поэтому модель, о которой говорят часто некоторые наши эксперты, о том, что ну, Запад напечатает столько, сколько надо будет, она работает до определенного момента. Она не работает всегда, особенно после преодоления кризиса 2008 года, когда заливали деньгами, после преодоления ковидного кризиса, когда заливали деньгами. Сейчас глобальная финансовая система перекачана деньгами, и любые новые влияния, вливания в нее чреваты действительно серьезными, очень-очень серьезными кризисами. Кроме того, Россия понимает, что большие издержки финансовые на фоне того, что на Западе тоже возникают в Европе и в Северной Америке регулярно какие-то социально-экономические кризисы, будут использованы оппозицией, будут элементом раздражения для их обществ. И долго нести тяжелые издержки. Западным партнерам будет сложно, тем более, что Россия и ее союзники будут предлагать другие модели разрешения ситуации. Будут говорить, смотрите, это плохой вариант для вас тоже. Вот давайте пойдем по такому вот сценарию, пойдем по другому сценарию. Условно говоря, финансировать 10 лет Афганистан, как Афганистан, Украину, Запад, наверное, тоже не сможет. Почему? Потому что другое, из Афганистана не было выходов. А у нас здесь есть выходы. Здесь масса выходов. Здесь эти выходы не видны только из Украины. А если вы переедете куда-нибудь там, я не говорю в Будапеште, я вам скажу, как у меня в Брюсселе или Вашингтоне, там ложат карту, где 10-15 вариантов выхода из ситуации. Просто эти карты сегодня ну, не самые популярные, возможно, еще. Они несут дополнительные свои риски, на которые не готовы идти эти элиты. Но на Западе элиты переизбирают. Поэтому вот ситуация немножечко здесь намного сложнее, но в целом, если посмотреть, Россия считает, что у нее есть стратегическое преимущество. Во-первых, война на территории Украины, во-вторых, разрушение украинской инфраструктуры, и нанося удары по нашей инфраструктуре, бьют не только по общественному мнению в Украине, они уже не надеются его изменить. Бьют прежде всего по экономических возможностям украинского государства, которое вынуждено, во-первых, удерживать огромную армию, около миллионную армию, финансировать ее, обеспечивать, зарплаты платить, вынуждена удерживать социальную систему огромную, пенсии, зарплаты учителям, медикам, потому что иначе будет внутренняя дестабилизация. И это та цена войны, которую сегодня платит Украина и наши западные союзники. При этом Россия пытается, говорю, умышленно воевать наиболее дешевыми способами ведения боевых действий, с устаревшей техникой, наиболее дешевыми иностранными образцами вооружений, в какой-то мере, не переходя пока в какие-то острые фазы, не ставя перед собой задачу победить завтра, а ставя собой задачу победить в войне на истощение, сделать Украину настолько тяжелым чемоданом без ручки для Запада, что рано или поздно Запад задумается, что делать с этим чемоданом, а может быть стоит поторговаться или стоит поискать вот такие, какие-то другие решения этой войны. Да, это действительно читается, и уже есть такие голоса и в западной прессе, собственно, с чего мы начали, но уходя вот в финансы, в стоимость, в дороговизну, мы же не можем, ну, скажем так, отмахиваться уже от цены человеческого капитала. Последнее событие, вот с этими хаймарсами, которые там стреляли по Макеевке и их уничтожили, вот последний, вот эта метаморфоза, вот эта последняя российской стороны и российского официального Минобороны, она удивляет. Удивляет, ну, понятно, что там любая сторона занижает свои потери, увеличивает данные, там, цифры потерь противника, но то, что произошло вот после Макеевки и продолжает происходить дальше в информационном плане, наталкивает на разные, ну, скажем так, мысли, а что это будет за война дальше после вот там такого удара, такой реакции, исправления этой реакции. Сразу мы увидели новое лицо Минобороны Российской Федерации. То есть такое ощущение складывается, что не только в там в военном деле, ну, вот эти малые группы, мобильные, там, как вот Запад воюет, так, собственно, воевали и мы с Российской Федерацией, в такой, находясь в мобильной обороне, не только в военном деле там противник перенимает определенные навыки, а еще и в информационном смысле тоже. А что бы вы сказали, вот характеризуя вот эти метаморфозы информационные,
Российской Федерации последние дни? Я вам даже более глубже отвечу на этот вопрос, насколько нам позволяет сейчас ситуация. Конечно, россияне учатся на своих ошибках и на нас. Потому что до 4 февраля 2022 года они столкнулись с армией, которая была намного лучше, чем ихняя. Она, может быть, хуже была вооружена немножечко по некоторым направлениям, авиация, ракетные системы. Но она была мобилизирована, она была более профессионально хорошо подготовлена, она имела боевой опыт на 99%, прошедшая через Донбасс эта армия. А российская армия, такое впечатление, что выглядела как армия в 2008 году, когда шла война на территории Грузии. И вот Россия все это, весь этот год, вторую половину года так точно учится. Учится воевать, только учится современным воинам, к которым она была не готова. Это одна составляющая. Вторая составляющая, вы должны понимать, что россияне готовы к размену один на один. Потому что численность населения армии российской потенциально в раза три больше, чем наша. Они готовы к такому размену. Даже больше, они готовы к размену 1:2 или 1:1,5. Они понимают, что стратегические ресурсы у них больше. У них работающие ВПК, у них больше населения, у них, как бы вам сказать, более отмороженные союзники. Союзники, которые готовы идти намного дальше, чем наши союзники в поддержке России. Да, и у них цель выше, в какой-то мере. Для них, конечно. Смотрите, а у них цель же разрушить глобальный современный порядок, монополярный мир. Мир, в котором доминирует США. А у нас наша цель защитить наше государство, наше общество. То есть их цель потенциально двигает более широкие глобальные массы, экономические, политические, военные, глобальные цели, целые регионы. Наша цель... Она очень важна для нас, она важна для западных партнеров, но наша цель чуть другая. Именно поэтому, вот если все это считать и быть взвешенным максимально, то Украине нужна быстрая победа. Украине нужна победа на протяжении 2023 года. Еще на протяжении 2023 года ключевую роль будет играть мобилизация общества и качество армии. После 2023 года, в 2024 и позже годах, ключевую роль начнут играть ресурсы. Ресурсы, в которых мы проигрываем. Поэтому Украине необходима быстрая победа на протяжении 2023 года и фиксация, юридическая фиксация этой победы. Без каких-либо отложенных вариантов, без там каких-нибудь соглашений, которые не имеют прямой, непосредственно юридической силы. Иначе потом нам будет сложнее. Кроме того, будет наступать эффект усталости инфраструктуры, общественного мнения, органов управления. Хотим мы этого или не хотим, вечно мобилизированным наше общество не может быть. Мы этот год пережили на инерции ресурсов, на накопленном опыте, накопленных ресурсах, на западной помощи, на еще той психологической стойкости, которая была сформирована в нашей стране после 2014 года. Но это инерция. Эта инерция тоже не может длиться долго. Ну и третье, хочу вам сказать, в российском руководстве, вы еще должны понимать, идет идеологическая борьба. Для среднего россиянина, среднестатистического россиянина, более важное является коллективное. То есть национальная гордость, общественная гордость для него более важна, нежели индивидуальная. Поэтому российское общество потери переносит не хуже, чем украинское, скажем так. В каких-то аспектах даже лучше. Посмотрите на этих российских матерей, многих родных и близких, которые потеряли своих сыновей, которые говорят, так он же за родину, так он же молодец. Как бы. А для украинского общества все равно доминирующей ценностью, среднестатистической, является индивидуальным. Индивидуализм. Вот мы такой народ, мы народ свободного индивидуализма. И конечно, когда сталкивается вот такая тоталитарная, коммунитарная, как, не знаю, как перевести, общественная система с обществом свободных индивидов, ну, относительно, или индивидов, которые стремятся к свободе. У нас свободы полноценной никогда не было. Коррупция и внешнее влияние мешали развитию этой свободы. То тоже мы должны понимать, что это общество индивидов, стремящихся к свободе, оно очень сильно в начале, намного сильнее в начале, нежели противник. Потому что оно креативнее.
оно несет больше ценностей. Но в стратегическом разрезе это общество индивидов, которые стремятся к свободе, менее стойкое. Все же. Потому что это индивиды, каждый, который считает свою жизнь и ценит свою жизнь прежде всего. Ну и финально я хочу в этой части сказать на ваш вопрос. Вот это выступление Путина с военными, реакция Министерства обороны. В России сегодня стоит на пороге чисто генералитета. Мы видим, как несколько групп влияния борются за то, чтобы возглавить силовой блок внутри российского государства. Путин пока что лавирует, понимает, что эта ситуация потенциально несет угрозы даже ему. Именно поэтому новогоднее обращение на фоне военных. Он таким образом, Путин пытается сказать, что на военные со мной, армия со мной, пассионарная часть общества со мной, ни с кем другим. И я с ними. Я им сопереживаю, я часть этой системы. Но борется прежде всего ФСБшная группа, которая пытается подмять под себя вояк, пытается подмять себя Минобороны и другие структуры. Борется группа новых пассионариев, Пригожин, Кадыров, там какие-то еще фигуры можно назвать, Соловьев, потому что Стрелкова я все-таки отношу к ФСБшной группе, скорее всего, вероятнее всего. Эта группа пассионариев тоже говорит: смотрите, мы народные командиры, мы с опытом, мы преданы абсолютно своей стране, отдайте нам ресурс военных, и мы быстро победим в этой войне. Ну и остается само военное лобби, генералитет, который переживший многие вот эти реформы, который обладает огромными ресурсами, который пытается устоять в этих атаках в условиях того, что сам генералитет, руководство Генерального штаба России, Министерство обороны продемонстрировали вопиющий непрофессионализм во время этой войны. И вот что мы наблюдаем. Вот поэтому мы наблюдаем такие реакции, когда даже Министерство обороны российской пытается искать виноватых, реагирует на общественное мнение, очень четко, тонко к этому. В то же время, как оппоненты пытаются максимально раскручивать зраду, что-то из-за генералов вот этих мы там погубили столько людей. Вот эта борьба за силовой ресурс, а вместе с ним за пассионарную часть общества, потому что сегодня пассионарная часть российского общества, она абсолютно, как и в Украине, милитаризирована. Это практически равно военные и волонтеры. Вот мы вот такую борьбу разных политических групп, включая самого Путина, и наблюдаем. Конечно, эта борьба, особенно ее публичное проявление, она ускоряет милитаризацию российского общества, когда российское общество, так же как украинское, добровольно и часто под аплодисменты отказывается от своих прав и свобод, даже тех, которые были, отказывается от части своего благосостояния ради продолжения войны. Ради национальной безопасности, ради войны за право на существование и за свой национальный суверенитет. Это характерно и нашей стране, это все больше и меньше и большей мере становится характерным и для России. Ну, то есть, все равно есть какой-то момент, когда россияне, да, вот догоняют. В какой-то мере, да. Они учатся. Смотрите, Россия ведет традиционную войну. Я вот не помню войны, вот современных войн, когда бы Россия не проигрывала в начале. Она потом бывала и проигрывала и в конце. Но вот большие все войны. Российско-японская, Первая мировая, Вторая мировая. Не знаю, что еще вспомнить. Всюду в начале поражение. Такие болезненные поражения. На фоне бравады, на фоне того, что мы там дойдем до Берлина и всего остального, и танки наши быстрые. Всюду в начале поражения. Российская машина, Россия огромное государство. Россия коррумпированное государство, крайне консервативное государство. Оно всегда не готово к войне. Несмотря на политическую браваду и на какие-то парады и бутафорские представления. Потом Россия пытается опереться на ресурсы. Потом она пытается черпать ресурсы, черпать эту, знаете, стратегическую стабильность, глубину фронта за Уралом, и опираясь на эти ресурсы, пытается переломить войну. Не всегда это далеко удается,
Крымская война, говорю, японская война, русско-японская война, да даже и Первая мировая, которая закончилась внутренним кризисом, этому примеры. Но вот так Россия воюет. Такой это военный левиафан. В то же время, как финская война, Вторая мировая война, как раз свидетельство того, когда вот ресурс в длинную начинает играть определяющую роль. Для ведения боевых действий. Я вот недавно прочитал, и будет у меня обзор книги Маккиндер «Географическая ось истории». Это британский ученый, который написал свою работу первую концептуальную в 1904 году, 118 лет назад. И он там прекрасно это рассказывает, вот эту особенность России, особенность всего. Поэтому Украине нужна быстрая победа. Нужна победа на протяжении этого года. Или будущее станет туманным для нас. И без каких-то очень сложных военно-политических решений нам будет очень сложно закончить этот кризис на своих условиях. Руслан, о международке хотел вас, скажем так, немного поспрашать, но вот о таких двух ярких моментах, двух ярких вспышках дня сегодняшнего, вчерашнего. Ну, в общем, Эрдоган снова посредник, да, вот созвон с Путиным, потом созвон с Зеленским. С Путиным уже есть там примерно темы, о чем будут как бы говорить. Это Украина. Это газовый хаб и ситуация в Сирии. Перекликается по темам и контакт Коэна и Лаврова, вот Россия-Израиль в этом формате. Причем многих он здесь в Украине этот формат удивил. Удивил в каком смысле? В том, что, ну смотрите, ну Лавров, ну вот как это? И вроде как израильская сторона запросила этот контакт. Две абсолютно... интереснейшие, вот они параллельные, но и пересекающиеся между собой истории, выльются в новый какой-то виток вот этого движения условного там к каким-то посредничествам, переговорам, как мы наблюдали, например, в ноябре. Делаются попытки, но турецкую попытку нельзя сравнивать с попыткой Израиля. Потому что за попыткой Израиля стоит сложный комплекс вопросов, начиная там от голландских высот, российско-иранского сотрудничества в Сирии и российско-иранского сотрудничества по обмену вооружениями, потому что поставки, честно говоря, для израильского правительства, конечно, поставки иранских дронов в Украину – это только плюс, вы должны понимать. Это только плюс, потому что, значит, этих дронов будет меньше у Ирана. Иран работает на российский рынок. Но это повод прекрасный заручиться поддержкой США для переговоров с Россией. Или заручиться поддержкой Европы. Для Израиля волнует больше другое, что то, что получает Иран в обмен на дроны. Потому что если Иран получит более современные системы ПВО или российские истребители, те же Су-35, которые были назначены для Египта, это будет менять военный баланс на Ближнем Востоке. Если я вам просто... Ну, никто об этом не хочет думать. У нас вообще, знаете, ну, как-то я выскажу чуть позже об этом, о думании в нашей стране. Если Иран, чтобы вы понимали, получает, например, системы С-400 и истребители Су-35, он тогда прикрывает свои ядерные объекты, за полгода-год завершает свою ядерную программу и становится новым ядерным государством. То, что Иран пока что не стал ядерным государством, проблема не в соглашениях или в экономической бедности этого государства. Проблема в том, что Израиль может разбомбить в любой момент эти объекты, если они начинают создание непосредственно ядерной бомбы. Понимаете? Вот что волнует Израиль. Ядерный Иран на Ближнем Востоке – это смена всего геополитического баланса. Это означает усиление Ирана в Йемене критическое, усиление Ирана в Сирии, это изоляцию Израиля, риски вообще уничтожения Израиля как государства. И это все связано с Россией. Поэтому, конечно, для Израиля сейчас переговоры с Россией важнейший аспект их внешней политики, для нынешнего правительства Израиля, тем более правительство правое,
Беньямин Нетаньяху вообще блестящий, мне кажется, премьер, много чему надо учиться, хотя и не без ошибок, но они будут, Израиль будет говорить с Россией, и Израиль будет говорить о своей безопасности, а Украина будет фоном. Мы должны это понимать. Украина будет фоном, потому что особых экономических интересов Израиля здесь нет. Украина дает повод для переговоров. Россия заинтересована в каких-то достижениях договоренностей по Украине. Россия будет передавать через Израиль определенные сигналы для США, потому что израильский политикум до сих пор обеспечивает прямой заход в овальный кабинет в любой момент американской политики. И вот, вот такой будет идти вот интересный диалог. Мы, все это происходит на фоне буквально преддверия начала больших зимних наступлений и украинского, и, вероятно, российского. Наступлений, которые в очередной раз могут поменять политический баланс, а у нас ход переговоров полностью зависит от военного баланса, украино-российских переговоров. Когда мы чувствуем свою слабость, имеется в виду Украина, мы готовы разговаривать в Минске, в Стамбуле. Когда мы чувствуем свою силу, мы готовы разговаривать только где-нибудь в Ялте, ну не ближе. Это да. Зависит от баланса, зависит от военного баланса. Все понимают, что военные операции зимы могут поменять этот военный баланс. И никто достоверно не знает, чью пользу. Никто не знает. Все опасаются того, что их переговорные позиции весной могут быть хуже, нежели сейчас зимой, в силу смены этого военного баланса. Погодите, но и мы опасаемся, или мы не опасаемся? Мы тоже опасаемся. Скажем так, мы в широком понимании, Украина и наши союзники. Наши союзники очень серьезно опасаются, что этот баланс будет изменен. Что России зимой удастся захватить еще часть северных наших территорий или Запорожье. И Турция. Турция другая история. Турция решает свои проблемы по Сирии. Мы видим, похоже на то, что возможно достигнут размен, когда Турция выводит войска из Идлиба, в северной части в Сирии, в обмен на то, что Россия не будет мешать проведению турецких операций против курдов, которые находятся в партнерстве с США. Прекрасный прецедент, да? Союзника США, против него будет воевать Турция, Россия будет этому способствовать. Руслан, но мы же помним еще и Болтона, который так, как птица Феникс из пепла, вышел и сказал, что что-то с Россией в 23-м году слишком закрутилось у Эрдогана. А вось и из НАТО попрут. Невозможно. Не проголосуют. Тоже надо консенсус, что поперли из НАТО. И более того, не рискнут, потому что Турция занимает стратегическое место в регионе для США и других, лучше других стран НАТО. Лучше вот такой плохой своенравный союзник, нежели его отсутствие или тем более враг. Тем более попереть Турцию с НАТО означает фактически 100% вероятностью спровоцировать кризис, военный кризис с Грецией. Еще одна проблема. Нужна турецко-грецкая война, греческая война новая. Никому она не нужна. Особенно Британии и США. Особенно Британии и США. Посмотрите, чьи базы, кстати, находятся на Крите военные. Удивитесь. Смотрите, и Турция, с одной стороны, она решает свои проблемы в регионе. С другой стороны, она использует Россию как ресурс, экономический ресурс. Зерновой хаб, газовый хаб, транспортный хаб. Сегодня Стамбул – ключевая точка пересадки российских авиапассажиров. Торговый хаб, 4 хаба. Эту роль отыгрывает сегодня Турция. Кроме того, Турция закупает российские вооружения, продает свои вооружения России определенные, продает вооружение Украине. Эрдоган стоит в преддверии выборов следующего года. И более того, на выборах для Эрдогана ситуация пока что не хорошая. 4 главных кандидата, оппонента его, которые выходят с ним во второй тур, пока что по социологии побеждают его во втором туре. То есть Эрдоган гарантированно выходит по социологии во второй тур и проигрывает любому из своих оппонентов. И без существенного изменения ли геополитического положения, например, успешной операции против курдов, присоединения новых территорий, или без изменения экономического положения внутри страны, а очень серьезная инфляция,
Причем русские, кстати, главный инвестор сегодня в турецкую экономику по многих отраслях, в строительство, в торговлю, номер один сегодня для Турции. Ситуацию не изменить, Эрдоган проиграет выборы, или ему придется идти на такой еще один внутренний микропереворот, уже сбрасывать какие-то хотя бы одежды демократии, отказываться от выборов, подавлять в силовом плане всех своих оппонентов. А Турция очень непростая страна, она мультирелигиозная, просто нас это не знают, она мультиэтническая, она с сильными региональными элитами, она очень сильными олигархами. Это не Османская империя. Там в Турции делать эти вещи намного-намного-намного сложнее и намного-намного чреватей. История Турции за 20-е столетие буквально преисполнена разного рода военными переворотами, заколотами и всем остальным. Вот какую игру играет Турция. Для нее Турция сегодня от России отказаться не может. Для нее это однозначный кризис. И военный, и экономический кризис будет означать. В то же время, конечно, Турция не хочет выглядеть союзником России, потому что тогда для нее закроются двери на Запад. И вот Турция пытается балансировать вот на этой грани, создавая глобальный прецедент для других стран, которые говорят, ну вы от нас что-то требуете, так посмотрите на Турцию. Член НАТО, ваш же Украина союзник, она же торгует с Россией всем чем угодно. Что вы от нас требуете? Давайте своим другом Эрдоганом сначала порешайте. Это очень плохой такой деморализирующий в международной политике прецедент. Да, действительно, очень интересно разворачивается ситуация. О международной политике я бы хотел спросить у вас о скандале с польской стороной, твитом, да, посвященным Степану Бандере. Твит убрали, осадок остался, политики это обсуждают, причем с польской стороны, с украинской стороны. Вот складывается такое впечатление, что в момент каких-то, ну вот, знаковых историй, вот что-то эдакое да и происходит. То между Украиной и Венгрией, то между там Польшей и Украиной. Но особенно остро ощущается все это во время войны в Украине. А как вы думаете, не является ли это, ну, не просто там или какой-то глупостью, или недопониманием? Казалось бы, совсем недавно все точки над «и» были расставлены, все вопросы сняты, но и в том числе какой-то спецоперацией. Возможно, является, часто является, но я вам скажу, что темы, например, языка и для венгерского общества или УНУПА и Бандеры для польского общества, они глубоко демонизированы, крайне символичны, и ни один политик внутри этих стран не может проигнорировать эту тему даже или не высказаться об этой теме. Она болезненная, ну, не знаю, как, у нас тоже много очень болезненных тем. У нас своя и свой язык, своя история, очень тоже болезненные темы. Но очень интересно эти темы моделируются. Как только возникает, как только, условно говоря, усиливается давление на Польшу или на Венгрию, в той части, что им надо что-то дать больше Украине, так сразу выбрасывается такого рода скандал. Эти скандалы, Бандера или язык, отыгрывают сегодня роль публичного объяснения, почему эти страны не дают еще что-то больше или не идут на какую-то новую форму сотрудничества. Но мы же не можем уже все отдать Украине, поскольку у них Бандера. Или ну как мы можем поддержать вступление Украины в ЕС, ведь они же правила демократии разрушают, на родном языке наших детей не позволяют учиться. Эти скандалы, они имеют искусственный характер. Они искусственно сконструированы, причем с обеих сторон искусственно сконструированы, и с польской, и венгерской, и с украинской. И они каждый раз инструментализируются, когда за кулисами, а я, например, знаю причину польского скандала, но сказать вам не могу. А, да, да что так? Да, когда за кулисами возникает вопрос больших денег, или каких-то конкретных абсолютно политических шагов. Угу. Ну, давайте вот такой ответ. Поверьте, всегда это, знаете, вот когда вот, ну, вот у вас есть там какой-то сосед, с которым вы дружите, все, но он приходит и уже говорит, а можно твою там жену на ночь уже? У вас такая дружба. Ты говоришь, слушай, ты помнишь, как ты меня обзывал вчера? Там, третьему соседу. Извините за упрощение уже такое. Но эти темы искусственно вбрасываются. Они раскручиваются российской пропагандой, само собой. Но они часто искусственно вбрасываются из польской, из венгерской стороны, когда Украине надо сказать «стоп»,
Тут вы уже чуть-чуть перебираете. Тут уже начинается наш национальный интерес. Осторожней. Да, интересно. Руслан, еще один большой, ну, такой скандальный и такой касающийся Украины, пусть и не прямо, но процесс сейчас идет вокруг Михаила Саакашвили. Определенные лидеры мнений у себя на страничках постят вот этот хэштег «Save Миша», призывают вот сегодня день, да, вот собраться всех, кто может, у грузинских посольств по всем странам. И вот снова нас, скажем так, возвращают к той истории его, ну, Саакашвили попадания в Грузию. Ведь мы же с вами договорились думать, да, вот как бы комментируя вещи, анализируя все процессы. Ну, смотрите, ну, Михаил Саакашвили в Украине политик, ну, можно по-разному относиться, но в Украине политик, человек с украинским гражданством. Так, гражданин, глава, да, Одесской государственной администрации, руководитель офиса реформ при президенте Украины. Даже ну, как бы сожитель народного депутата тоже не последнего. Это уже частный их порядок. Нет, ну погодите, ну я к чему веду? Хотя нет, вы правы. Тут уже декларировать депутат должна Саакашвили в своей декларации. Это уже не совсем частный вопрос, согласен. Да, то есть, понимаете, здесь вот целый комплекс. И вот складывается, вот чем дальше мы от этой истории и чем глубже окунаемся в проблемы сегодняшней Михаила Саакашвили со здоровьем и так далее и тому подобное, тем больше возникает вопрос, а что ж ему позволили уехать, как его выпустили, неужели никто не сказал, что не нужно этого делать, или кто-то наоборот сказал, что езжай, сейчас начнется в Грузии там твой звездный час и твой Майдан. Ну, я так чуть-чуть знаком с Саакашвили, но этот человек классический пассионарий, который способен действовать самостоятельно. Но в момент его выезда сложилось такое впечатление, что ему создали атмосферу уверенности в отношении того, что он вернется в Грузию, как Наполеон после Эльбы. То есть, что его будут там войска, местные администрации будут выходить навстречу, складывать знамена, переходить на его сторону. То есть, и он всей этой армии сторонников пойдет, займет свое законное кресло в Тбилиси. Вот сложили ему в голове такое впечатление искусственно, а на самом деле сдали для Грузии. Вопрос, кто? Да. Ну, неужели наши? Я не исключаю, что это был элемент договоренности с Россией. Смотрите, для чего, почему с Россией именно? И тайных договоренностей. Да потому что Россия очень активно эксплуатирует этот образ нынешнего Саакашвили. Все, кто против нас, вы закончите тем, что вы сойдете с ума в тюрьме. Понимаете? Как бы, и понятно, что само грузинское правительство, оно разыгрывает эту карту. Выпустить Саакашвили оно не может и не хочет. Потому что понимает, что он тоже может быть снова раскачивать ситуацию изнутри. Грузинское правительство, напомню, не ввело никаких санкций в отношении России. Огромное количество россиян сегодня проживает на территории Грузии, там подняли до небес цены. У меня знакомая сейчас живет в Грузии, она беженка. Говорит, просто сейчас некоторые города, типа Батуми, стали российскими городами по количеству населения на улице. То есть больше половины это разного рода российские беженцы. И грузинское правительство разыгрывает это все. Но мы должны понимать, что кейс Саакашвили бьет по нашей репутации, по нашим интересам в конечном итоге. И украинское правительство, не знаю, должно сделать все для того, чтобы освободить Саакашвили. Это украинский гражданин, в конце концов. Это человек, который был активным участником и строителем нашей современной политической системы. Это человек, за судьбу которого мы в любом случае несем ответственность. Поэтому необходимо вести, конечно, переговоры с Грузией, необходимо покупать Саакашвили, обменивать Саакашвили, что угодно придумать, но этого человека необходимо вернуть из тюрьмы, конечно, в Украину. Потому что Россия будет инструментализировать эту ситуацию, грузинское правительство будет торговать Саакашвили, а наша репутация при этом все равно будет страдать. Ну,
Давайте на этом и остановимся, посмотрим и будем следить за развитием ситуации, но это очень вот показательные моменты, яркие такие вспышки. Я об Украине хотел поговорить и снова вернуться в тему войны, но уже, скажем так, тема, которая вот по-другому предстает с начала года в украинском обществе. Неимоверные данные, скажем так, неимоверные новые вводные. Шмыгаль презентует там новую программу по как бы структуризации, да, вот обновленный военный учет с обходом по домам, по дворам, когда вот, ну, уже никто не будет удивляться, но уже, собственно, перестали удивляться повесткам там, на блокпостах и публичных местах. Но тем не менее, это теперь уже войдет в систему. И обратная сторона медали. И причем очень примечательно, что прифронтовая Днепропетровская область, там в ряде населенных пунктов, на столбах начали вот вывешивать списки с датами рождения, именами людей, которые вот они там не защищают родину. Ну вот как-то так. Такая формулировка. И список всех тех, кому вроде как повестку вручили, но они там не явились. То есть такое общественное порицание. А к чему готовится и что это? Вот какой это маркер? К чему готовится Украине? Что это будет за процессы, раз вот такие вещи с самого начала года разворачиваются непосредственно и в законодательном, ну, таком официальном уровне, и в неофициальном, на уровне там каких-то военкомов или местных каких-то властей, которые вот так решают проблему с... там, набором в украинскую армию? Ну, мы готовимся к затяжной войне, конечно, и мы готовимся к новым волнам мобилизации. При этом складывается впечатление, что правительство опасается того, что создать еще одну такую армию, которая у нас есть, уже будет, ну, сложно очень. То люди не пойдут. Все видят, какие большие потери, ну, просто по окружениям нашим. По страничке в Фейсбуке мы видим, сколько ли знакомых и близких постоянно гибнет на этой войне. Конечно, учет необходимо структурировать, и эту работу необходимо усовершенствовать. Но те какие-то полудраконовские меры, которые мы сегодня наблюдаем, для меня являются маркером недоверия украинского правительства к украинскому обществу. Что это за подход, такой подход к работе? Во-первых, во многих регионах, например, в Киеве, огромная масса добровольцев, которые записывались добровольно, которых до сих пор не вызвали. Раз. А другие, в то же время, как другие регионы, там, Днепропетровскую, Харьковскую или Закарпатскую область, буквально терроризируют повестками. Такое впечатление, что хотят дестабилизировать ситуацию внутри этих регионов, политическую. Там и так она непростая. Или это или прифронтовые регионы со своими особенностями, или это регионы, где и так была такой хрупкая политическая ситуация до войны. Как какая-то диверсия. Если государство наше хочет создать эффективную систему учета военнообязанных, пускай продумает о мотивации для военнообязанных. Потому что те драконовские меры по поступлению на работу, по учету, по всему остальному приведут к тому, что огромное количество военнообязанных, прежде всего мужчин, но и женщин тоже, будут работать черную вообще. Будут работать на темной стороне экономики, не соглашаясь на официальное трудоустройство, не соглашаясь на обучение официальное, ища все механизмы для того, чтобы уехать из страны, эмигрировать. Неужели в правительстве думают, что люди, которых насильно могут повестками призвать, будут хорошими солдатами? Вот мы призьем этих людей, которые не хотят воевать, ну никак не хотят воевать, по разным причинам, не умеют. Мы его вооружим, этого солдата, накормим, оденем его, потратим на него деньги. А он сбежит или сдастся в плен потом. Потому что он не мотивирован, этот солдат, воевать. Система должна быть немножечко другой. С одной стороны, она должна быть хорошо бюрократически регламентирована и максимально диджитализирована, чтобы человек мог все эти вещи делать онлайн. Потому что я тоже пару раз перепрописывался. Это всегда, ну, такой Советский Союз в худшем понимании. Потому что советская система мобилизации, она была очень высокоэффективна. Очень высокоэффективна. Вспомните советское время, там 80-е, условно говоря, 70-е. Тогда в армии служили все.
В армии мог не служить, только уж совсем человек больной, причем однозначно, стопроцентно больной. В армии служили все. Эта система прекрасно работала. Сейчас от той системы остались только военкоматы, которых переназвали, вывески на них поменяли, и бюрократия внутри военкомата. Но не сама система осталась. Подумайте о мотивации. Во-первых, диджитализация всего этого процесса. Во-вторых, пускай каждый человек, который становится в резерв, получает какую-то небольшую выплату. Пускай он получит, там, не знаю, минимальную заработную плату в месяц 6500 гривен сегодня. Или минимальную помощь для трудоспособного человека 2073 гривны, насколько я помню, сегодня. Пускай, и вы увидите, что появится людей больше. А то у нас все мужчины удрали с учета безработных. И теперь правительство рапортует, что никак безработица упала. Конечно, никто не регистрируется, потому что люди боятся получить повестку, не хотят получать повестку по тем или иным причинам. То есть ни оплаты там нет, это по этой безработице, 3-6 месяцев это свидание дальше. И сейчас еще людей мы будем подталкивать к незаконной иммиграции или к работе чисто в черной экономике, в теневой экономике, без уплаты налогов. Вот, понимаете, такое впечатление, что правительство, общество верит в государство, а вот государство не верит в общество. И эти драконовские меры, так же, как, кстати, как усиление ответственности для военнослужащих в армии, действующих военнослужащих, оно все вызывает раздражение, оно вызывает недоверие, оно вызывает вот даже люди, которые вот абсолютно патриотично настроены, вот я вчера с другом общался, оно вызывает такое чувство, знаете, диссинхрозии. А почему так? А что, проблема какая-то есть большая? Что за бред? Неправильное действие, мысль правильная, идея правильная. Многие эти вещи, которые сейчас делаются в этом направлении правительством, надо пересматривать. Ну так смотрите, проблема-то есть большая. Мы все вот в информационном пространстве говорим, повторяем о тотальной мобилизации в России. А это уже может быть серьезная проблема. Некоторые СМИ, кстати, украинские в том числе, сообщают, ну там, если Гиркин Стрелков 500 тысяч, да, новая мобилизация, то наши уже ухитрились, ну это неподтвержденные данные, понятно, там, приводить какие-то инсайды, что чуть ли не 2 миллиона под ружье поставят в этом году россияне. Не смогут, смотрите, чтобы понимали, почему 300 тысяч возникло в свое время в России. Это максимально допустимый объем для подготовки военнослужащих в учебных и тренинговых центрах. Условно говоря, российская система подготовки военных, российско-белорусская система, больше принять не может. Это ее потолок. Россия хотела бы взять и миллион, но их просто банально не будет где разместить, не будет чем покормить, и не будет кому учить. И даже вооружением их еще возможно обеспечить. Советского типа, других типов. Я вот смотрю, вот недавно смотрел видео, российский солдат, на нем из российского может быть только автомат. Угу. У него иранский бронежилет, у него китайская каска, у него вся западная связь, у него другой камуфляж, не российский, ну только автомат, чтобы вы понимали. То есть такая у нас война. Но вот Россия и хотела бы призвать, возможно, больше, потому что это создало бы серьезные проблемы для Украины. Но больше, чем 300 тысяч призывать, ну может быть там 400 тысяч, с учетом Беларуси подключенной, призывать за раз она не может. Поэтому российские мобилизации могут идти где-то в раз в 3-5 месяцев. Призвали, подготовили, выпустили, начали новый призыв. 5 января нам завтра обещали наши политики и военные, что в России начнется мобилизация. Не начнется завтра на России мобилизация. Не будет объявлено, это не совсем так, но вполне вероятно, что российская мобилизация начнется в период нового российского наступления или после его завершения. Само наступление станет обоснованием необходимости новой волны для мобилизации. А, то есть наступление, не солдатские вдовы? Нет, наступление. То есть Россия, понимаете, если проводить комбинация факторов поражение плюс мобилизация, может вызвать внутриполитическую дестабилизацию в России. Россия будет пытаться комбинировать успех мобилизации, даже если этот успех будет касаться только отдельно взятого села или отдельной высоты.
Потому вот мобилизация плюс поражение – это рецепт Первой мировой войны и русско-японской. Я думаю, что они, скорее всего, на такой вариант не пойдут сегодня. Хотя кто его знает в этой части? Потенциально, да, Россия способна призвать около 2 миллионов качественных относительно новобранцев, относительно качественных. Весь мобилизационный потенциал России может достигать 10 и больше миллионов человек. Но это уже будет вообще, ну, что попало. Более того, новые волны мобилизации бьют по российской экономике. Уже в некоторых секторах экономики чувствуется нехватка рабочих рук. Тут они будут с этим делом осторожны. Более того, обращаю внимание, что в России до сих пор мобилизация, она условно-принудительная. Почему она условно-принудительная? Потому что границы России открыты. Кто не хочет быть мобилизирован, может уехать. Ну, если есть деньги, конечно, да, конечно. Да, конечно, это не касается, там, не знаю, людей с какой-то глубинки, ну, хотя и их касается, но по большому счету мы должны понимать, что мобилизированные в российской армии в основной своей массе это те люди, которые имели возможность уехать, но по каким-то причинам не уехали. Это условно мобилизированные. Руслан, я хочу, ну, как бы понятно, да, вот спасибо за ваш комментарий по вот этому, скажем, процессу мобилизации и, ну, с новой такой волны информационной по тому поводу, что вот сейчас Россия как встанет, как будут тут миллионы призывать, и вот мы тоже должны как-то соответствовать. Я хочу вернуться на полшага назад к экономике украинской, которую... Ну, вот этими решениями новыми на перспективу, ну, мы, понятно, будем смотреть, что будет на поле боя, все-таки самый главный, да, вот фактор всего происходящего это война в Украине, но, тем не менее, на перспективу толкает в тень, ну, людей, которые в тылу. О пенсиях высказался Шмыгаль. Очень интересно высказался. О частных вот индивидуальных пенсионных счетах, которые государство вместе с работодателем будут наполнять, человек и сам может что-то вносить. То есть анонсирована пенсионная реформа накопительно. И это во время, ну вот давайте так, в разгар войны. Насколько это правильно, продумано, своевременно, или здесь просто все очень... Ну, не нужно там искать какую-то патетику и какие-то высокие, скажем так, цели, слова или там какой-то дар предвидения руководителя. Здесь просто вступил, вот наконец-то мы вступили в 23-й год, когда всю бюджетную сферу по меморандуму с МВФ нужно сократить на 27%, выплаты тотально посокращать и там еще ряд других обязательств, чтобы МВФ продолжали давать деньги. Ну, реформа, безусловно, нужна, но мне кажется, что сейчас, если бы я ставил вопрос по этой реформе, вот если бы мы с вами поменялись местами когда-то, я у вас спросил бы приблизительно следующее. А кто будет управлять пенсионными счетами? И где будут управлять пенсионными счетами, да? Да, это весь ответ на эту реформу. Пенсионный фонд сегодня глубоко убыточен. Я по 2021 году могу ошибиться, но, насколько я помню, государство направило около 400 миллиардов гривен на компенсацию убытков пенсионного фонда. Более того, белый сектор экономики, легальная экономика продолжает стремительно сокращаться, особенно по ней бьют удары по нашей инфраструктуре. И, возможно, государство надеется, что люди добровольно через инструмент своего пенсионных счетов, якобы индивидуальных, будут в большей мере наполнять вот эти пенсионные издержки, а этими фондами, этими счетами будет управлять государство. Для него это будет резерв денег, возможно, потенциально. Руслан, три буквы. МММ. Не, ну подождите, просто это никоим образом не какая-то там критика во время войны, нет, ну подождите. То есть вот у меня есть мой счет, я его пополняю лично, или там мой работодатель. Я вам четыре буквы скажу. СССР. Угу. Что случилось с вкладами в СССР? Со всем остальным? Хотя номинально у СССР были страны-преемники. Украина стала преемницей у СССР номинально по документам, соответственно, со всеми правами и обязанностями. Но сказали же, ну а что нам сказали в конечном итоге?
Ну, золото партии вывезли. Нема. Исчезло. Реформа нужна, но сейчас делать что-то с этими людскими деньгами в условиях войны, мне кажется, ну, более надо аккуратно и продуманно в этой ситуации. Чтобы потом эти деньги не испарились. Кстати, скандал с пенсионными фондами даже в демократических развитых государствах в мире масса пенсионными счетами и фондами. Вот для примера, кризис правительства Джонсона или Страст в значительной мере обусловлен был тем, что там залезли на сотни миллиардов фунтов в пенсионные накопления граждан и их использовали для количественного смягчения в экономике. И теперь Британия будет долго-долго этого выходить. Реформа нужна продуманная, реформа нужна та, которая будет вызывать доверие у общества. Сейчас надо осторожнее себя вести с людскими деньгами. Тем более мы видим, что ни пенсионеры, ни бюджетники на особое повышение доходов своих в 2023 не могут рассчитывать. Одна индексация и та маленькая абсолютно. Все средства направляются на войну. Люди это понимают, люди этому сопереживают, люди не бунтуют, обратите внимание, даже никак-то не высказываются негативно против действий правительства, но если правительство начнет спекулировать вот этими похоронными деньгами, ну, на это посмотрит общество не очень хорошо. А как общество посмотрит на то, что у нас теперь будет энергетическая децентрализация, Руслан? Очень интересная, скажем так, история, которая тоже где-то, ну, какой-то зарубок на будущее продемонстрирована правительством. Ведь мы же постоянно даже с вами вот во время войны с энергоинфраструктурой украинской, российских ракет, мы постоянно обговаривали о том, какая она была, вот советская, там олигархи, не олигархи, но тем не менее, вот есть конфликт там собственника, но она выстояла. А вот эта вот модерновая, вот локальная энергетика с малыми электростанциями, она как бы хороший, ну, возможно, да, даст эффект, но к чему получается готовиться снова же? Ну, смотрите, это путь, по которому сегодня идет Европа, путь снижения энергонезависимости от ископаемых ресурсов. Сегодня идея модная, идея, под которую дают деньги и гранты. И поэтому эта идея потенциально могла быть реализована в Украине. Я ее оцениваю как потенциально правильную. Условно говоря, если бы мне государство дало бы беспрецедентный кредит на постройку солнечной там, или ветровой электростанции, я ее себе построил бы и снял бы свою личную зависимость своих соседей от центральной энергетической системы. Я же не думаю, что уже Россия калибр отправит на мою маленькую электростанцию. Это вряд ли. Но для этого нужны серьезные ресурсы инвестиций. Нужны десятки миллиардов евро или долларов, возможно, сотни. Для того, чтобы активные люди построили локальные объекты энергетики. Нужны технологии. Нужны хорошие производственные базы для этого. Потому что если смысл будет заключаться только в закупке оборудования за рубежом, ну, то это сомнительная инвестиция для нашей экономики. Нужно желательно, чтобы что-то хотя бы производилось в Украине. Ключевые элементы этих малых гидро, ветра, солнечных электростанций. Этого нет сегодня ничего. Денег нет, ничего нет. Помните, как в свое время, может быть, не помните, как в свое время правительство Яценюка призывало всех переходить на электрику. Люди массово выбрасывали газовые котлы, твердотопливные котлы, потому что электрика была дешевая, и правительство нам аргументировало это тем, что атомные электростанции, которые производят дешевую электрику, и поэтому вы будете всегда со своей электрикой в выгоде. Что потом случилось? Во-первых, подняли цену на электрику, и те люди, которые инвестировали в свои котлы, в свои новые системы отопления, проиграли по деньгам. А сейчас люди переживают еще и энергетический кризис, потому что их системы отопления и жизнеобеспечения, они не дублированы. Они поверили правительству когда-то. Угу. Когда-то поверили, да. Да, и вот важно, чтобы... Я к чему эту историю рассказываю? Это не потому, что правительство там Яценюка было плохим. Идея была правильная абсолютно. Но необходимо... И подход был нормальный. Но необходимо, чтобы эта политика была последовательной. Чтобы она растянулась на десятилетия. Чтобы она дала позитивный социально-экономический эффект. А мы не способны политику последовательную проводить на протяжении 2 лет часто. А 3 года это вообще за горизонтом для нас.
Поэтому я пока что, идея с автономностью хорошая, но я пока что под нее не вижу ресурсов, которые помогли бы ее реализовать. Ну и вижу желание снова получить какие-то европейские гранты на обсуждение этой идеи, на перекатывание ее в правительственных кабинетах и все такое. Конечно, потенциально, если люди сегодня обеспечивают свое тепло, обеспечивают электрику, обеспечивают свою оборону, обеспечивают свое благосостояние, такой серьезный шаг к децентрализации, который, возможно, потом в будущем придется как-то и административно оформлять. То есть, возможно, все это будет подталкивать нас к дальнейшей углубленной децентрализации, перехода на какие-то автономные общины, ну, другие модели, которые, кстати, очень характерны и очень позитивно воспринимаются в украинском обществе. Но надеюсь, что это заявление правительства не является просто попыткой взвалить вопрос энергообеспечения на плечи граждан. Что-то не скрытая форма другой фразы. Мы света вам обеспечить не можем, поэтому думайте, как сами себя обеспечивать. Децентрализируйтесь. Ну, посмотрим. Друзья, пожалуйста, напишите, что вы думаете, потому что, видите, мы все равно пытаемся как-то, ну, скажем, помогать думать, анализировать даже в такое непростое время вот то, что происходит в Украине. А вот не только... ну, скажем так, хулить там врага или каким-то образом преуменьшать кого-то, скажем так, используя пропагандистские приемы, каким-то образом поднимать боевой дух. Мы пытаемся думать, и поэтому это вот такая площадка, где и вы тоже можете высказаться. Пишите свои комментарии обязательно. Я все... Я хочу еще добавить сюда, вам, Александр. Да, вы сейчас добавите, Руслан, но я хочу порекомендовать всем подписаться на канал Руслана Бортника, где также происходит анализ, также есть обзоры и литературы, и событий, и всего происходящего. Поэтому Руслан Бортник отмечен как пользователь YouTube. Переходите, подписывайтесь, лайкайте. Да, и я хочу добавить, думать последнюю буквально тут мысль такую. Это как обращение к зрителям. Смотрите, все большие государства, они думают крайне рационально и прагматично. Элиты их думают крайне рационально и прагматично. Они на калькуляторе считают свои прибыли. На калькуляторе. Они даже воюют на калькуляторе. Не воюют на калькуляторах. А только многие малые государства, срединные государства, разного рода там, государства на отшибе, они живут эмоциями и рациональностью. Они живут историческими эмоциями, думают больше о прошлом, что не позволяет ей идти в будущем. Они живут обидами, они живут какими-то, ну, просто эмоциями. Им рационально не позволяют осмысливать свою действительность. Им рационально не позволяют найти свой национальный интерес. Вот если мы хотим стать великими, если мы хотим построить государство, или даже, я вам скажу, империю Украина, мы должны научиться в других государствах, в Британии, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, мыслить на калькуляторе. Каждое наше действие считать не эмоционально, а все эти государства пережили в своей истории колоссальные трагедии. Человеческие, исторические трагедии, а мыслить рационально для того, чтобы что-то материальное, абсолютно прагматичное оставить нашим потомкам, а не просто сказание или балладу о прошлом, которую мы получили от наших дедов и прадедов, но не получив взамен от них ничего более прагматичного и рационального нашего места в мире. Все. Да, это вот отличная была бы точка, но я все-таки, Руслан, хотел бы поставить точку немного по-другому, и это перекликается, вот эта новость, с тем, о чем вы говорите, и тем, чего ждать в Украине. Наталья Гуменюк, это пресс-координатор оперативного командования «Юг», сказала, что 6-7 числа вероятен там новый удар. Ну, потому что праздники, и потому что массированная ракетная атака, ну, почему бы и нет. А в России вот сегодня, да, день адмирала Горшкова. Фрегат на воду спустили, Шойгу говорит, вот цирконы, вот они полетят, вот смотрите, там любое противоракетное, скажем так, оборудование, да, оборону любую пробьют. И отправляется он в путь на боевое дежурство. Средиземное море, Атлантический океан, Индийский океан, вот такие, по крайней мере, там, называют территорией. С одной стороны, ну, скажем так,
понятен там, да, вот весь пафос всего происходящего. А с другой стороны, непонятен фон всего происходящего. Что бы вы сказали, ждать ли ударов новых по Украине и каких? Я думаю, что Россия продолжит удары по нашей энергетической инфраструктуре, но с учетом того, что наше ПВО демонстрирует чудеса эффективности, без доли сарказма, реально чудеса эффективности, с тем набором средств и возможностей, которые сегодня есть у Украины, ну, просто супер молодцы в этой части. Но с учетом того, что Россия не достигает таких финальных результатов в части разрушения украинской энергетической системы, последние два удара были, по большому счету, в молоко. Потому что они не привели ни к блэкаутам, ни отключению АЭС, что уже было у нас, то эти удары могут видоизмениться. Могут быть избраны другие цели. Сейчас энергетические объекты мы прикрыли. Но есть еще газовые объекты, есть важные инфраструктурные объекты. И риск того, что Россия поменяет цели при этих ударах, очень высок. Конечно, Россия смотрит параллельно прогноз погоды, она смотрит по накоплению ресурсов, нужны время для разведки. Вот сегодня у нас традиционно летающие А-50 в воздухе Беларуси, которые проводят радиоэлектронную разведку. Значит, через 2-3 дня, ну, может, чуть больше, 4-5, будет удар. Это всегда, это такой признак, это, знаете, такой черный ворон в преддверии удара, А-50. И потому что потом данные устаревают, и необходимо снова ли проводить эту разведку, или удара не будет. Да. Вы понимали. Данные устаревают. Поэтому я думаю, что, к сожалению, с учетом того, что Украина идет похолодание, идет как раз с России, с севера, с северо-востока, то удары на Рождество или после Рождества весьма вероятны. Также после Рождества вырастет риск наступлений, начала полномасштабных наступательных операций. Связано это с двумя факторами. Во-первых, замерзанием грунта. 4-5 дней стабильных минусовых температур приведут к промерзанию грунта на Донбассе, на севере. По нему сможет двигаться техника. Ну и да, и связано это фактически с началом уже полноценной зимы, которая начинается после Рождества традиционно и будет длиться где-то там до конца марта. Вот климатической зимы, мы говорим, а не календарной. И возрастает вероятность начала больших наземных операций. Как со стороны России, так и возможных наших наступлений на юг или на север Луганщины. И Рождество завершит вот такой условный, наверное, период стабильности и откроет новый период, новый этап войны, новый этап ведения боевых действий, и то, что это будет война на уничтожение на территории Украины, сегодня, к сожалению, сомнений очень мало, и мало что может сегодня это изменить. Мы видим, что переговоры неэффективны. Цирконы, кинжалы, все это есть, но Россия снова же таки экономит, потому что это дорогое очень оружие, это оружие запугивания, это оружие не против Украины. Это оружие против стран НАТО и Соединенных Штатов Америки. Поэтому их использование, если будет в Украине, то оно будет минимально. По Горшкову, обратите внимание, что в Средиземном море Россия сконцентрировала большую эскадру военно-морского флота, общий залп калибров, которых достигает 100 штук. Там сконцентрирована серьезная эскадра. Могут быть какие-то обострения, связанные с тем регионом, или попытка использовать эту эскадру для давления на Европу, для давления на Турцию. Также эта эскадра может быть переброшена в какой-то момент в район Калининграда. Все очень непросто, все очень закручено, и все, кризис развивается намного шире, нежели нам кажется. В то же время российский военно-морской флот остается достаточно слабым по сравнению с флотами других наших союзников. Он не способен сегодня создавать какой-то кризис для Британии или тем более для США. Это по большому счету флот прибережный, флот для морей, для региона Европы. Тоже, вероятно, будет обостряться ситуация вокруг Арктики на протяжении года. Это еще одна такая очень тяжелая точка,
где возможно столкновение между Россией и США или между Россией и союзниками США, потому что климат, который беспрецедентно теплый климат, освобождает северный путь, который потенциально экономически выгоден для торговли больше, чем путь через каналы, через Южный путь, и борьба за него, это тоже будет тренд ближайших десятилетий. И мы видим, что Украина в этой части будет только одним из элементов этой глобальной борьбы, и нам крайне важно уцелеть, сохранить свой суверенитет, территориальную целостность, а главное сохранить наших людей, то есть надежду на будущее для нашего народа. Руслан Бортник был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Друзья, берегите себя, всех еще раз с наступившим Новым годом, учитесь думать, умейте думать, делитесь мыслями в комментариях и, конечно же, подписывайтесь, если не подписаны. До скорого, добра и света!